Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим аномальные и необычные дожди в мире, климатический обзор за неделю, пример доброты и человечности в Китае, как один сделанный выбор повлиял на судьбу разных людей спустя 45 лет. Разноцветные дожди являются одним из многочисленных ребусов и загадкой не только для очевидцев такого явления, но и для ученых. Понять и установить причину их появления пытались еще философы Древней Греции и средневековые ученые. Есть различные предположения, и на сегодняшний момент принято считать, что этому явлению способствуют сильные ветра и смерчи. Кровяные дожди связывают с примесями красного песка и красных микроорганизмов из Африки. Появление черных дождей связывает с вулканической и космической пылью, а также с антропогенным влиянием. Белые или молочные дожди с меловыми горными породами. Желтые и зеленые дожди связывают с примесями пыльцы из растений, цветов и деревьев или с близ расположенными фумарольными полями вулканов. Также встречаются и розовые, шоколадные, апельсиновые дожди. Но, пожалуй, самыми необычными являются дожди, во время которых вместе с каплями на землю выпадают насекомые, членистоногие, рыба и креветки, земноводные, пресмыкающиеся и птицы. Иногда они выпадают обмороженные или замерзшие в кусочках льда. Точная причина появления таких дождей неизвестна. Они во многих случаях возникают после шторма или смерча, поэтому в научном мире принято считать их следствием сильного ветра. Все в мире фрактально. Из-за двойственной природы человека в человеческом сознании возникают различные мысли, эмоции и желания. И чтобы понять окружающий мир и процессы, происходящие в нем, необходимо в первую очередь познать себя. В этом помогут книги Анастасии Новых, а также вышедшая на канале АЛЛАТРА ТВ передача «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому». 12 августа. Россия. Города Калининград и Горняк в Алтайском крае пострадали от сильного ветра. Польша. От сильной бури пострадали 4 воеводства на юге страны. Без электричества остались 500 тысяч человек. Непал. Сильные дожди продолжают вызывать наводнения в стране. Под водой оказалось более 35 тысяч домов. Пострадало 100 тысяч человек. 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Бангладеш. Наводнения возникли в 20 из 64 округов страны. Эвакуировано 5 тысяч человек. Повреждено 34 тысячи домов. Латвия. Град размером с перепелиное яйцо прошел в нескольких районах страны. Аргентина. В городе Кителипи прошел шторм с градом. Размер градин достигал 5-6 сантиметров. Беларусь. В Гродненской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Сербия. Крупный град выпал в городе Горни Милановац. Финляндия. На юге страны прошел сильный шторм. Италия. На город Венеция обрушился шторм. Португалия. В стране возникло 268 пожаров. В течение дня на планете было зафиксировано 369 землетрясений. Из них 86 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,8. 13 августа. Иран. От наводнений пострадала северо-восточная часть страны. Индия. На трассу Манди-Патханкот сошел оползень. Пострадали более 40 человек. Россия. От сильного ветра пострадали Боровичский и Валдайский районы в Новгородской области. В городе Киров сильный дождь вызвал наводнение. США. В штате Калифорния в районе Риверсайда площадь возникшего пожара составила 400 гектаров. Греция. Сильный пожар охватил остров Каламос. Также пожары возникли на острове Закинф и полуострове Пелопоннес. Эвакуировано 10 тысяч человек. В течение дня на планете было зафиксировано 370 землетрясений.
Из них 63 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 6,6. 14 августа. Крым. Крупный град размером с перепелиное яйцо выпал в городе Белогорск. Вблизи поселка Зерновое в Сакском районе сформировался смерч. Россия. В городе Брянск выпал крупный град. Крупный град выпал в поселке Фенино, Московская область. Сильный дождь вызвал подтопление улиц в городах Москва и Озеры. Солевой поток сошел в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии. 400 человек были эвакуированы. Украина. От сильного ветра и проливных дождей пострадал город Херсон, Сьерра-Леоне. В городе Фритаун сошел солевой поток. Без крыши над головой остались свыше 2000 человек. Китай. В провинции Хунань вследствие продолжительных ливней 48 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. В течение дня на планете было зафиксировано 399 землетрясений. Из них 61 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,5. Примеры проявления доброты и человечности. Люся Уин – женщина, которая изменила судьбу не только 30 детей, но и каждого, кто соприкоснулся с ее историей. Работая сборщицей мусора, она однажды наткнулась на помойке на младенца, которого бросили родители. Люся Уин взяла малыша домой. Ее поддержал муж, несмотря на бедность в семье. Этим спасением дело не ограничилось. За свою жизнь женщина спасла с помойки и вырастила 30 детей. С мужем они старались найти новые семьи для малышей. Тех же, кому не удавалось найти новых родителей, они оставляли у себя и воспитывали сами. После смерти мужа Люся Уин продолжила спасать детей. Все свои заработки она тратила на детей и бывало, что по несколько дней голодала сама. Как говорится в первой основе «АЛЛАТРА», наивысшая ценность в этом мире – жизнь человека. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную, ибо она, хоть и скоротечна, но дает шанс каждому приумножить его главную ценность – внутреннее и духовное достояние. То единственное, что открывает личности путь к истинному духовному бессмертию. Главную ценность своей жизни приумножай в каждом дне, ибо человек внезапно смертен. Стремись к совершенству, сообразуй личный выбор и деятельность с главным смыслом своего существования, духовно-нравственным преображением себя, служением высшим общечеловеческим духовным ценностям. 15 августа. США. В городе Расселвилл, в штате Арканзас, обильные дожди вызвали паводок. Германия. Город Франкфурт пострадал от сильного ветра. Индия. Обильные дожди вызвали наводнение в городе Бангалор. Украина. Крупный град выпал в городе Вилково в Одесской области. Афганистан. В провинции Хост сильные дожди вызвали наводнение. Россия. В Каменском районе пожар охватил 20 гектаров леса. В течение дня на планете было зафиксировано 343 землетрясений. Из них 42 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 6. 16 августа. Конго. В поселке Итури на берегу озера Альберт сошел оползень. Пострадали 40 человек. Китай. В Гуанси-Джуанском автономном районе вследствие наводнения 4000 человек вынуждены были покинуть свои дома. В течение дня на планете было зафиксировано 351 землетрясений. Из них 52 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,7. 17 августа. Украина. Сильные дожди вызвали наводнение в городе Львов. США. В штате Миннесота прошел шторм. Были зафиксированы 9 торнадо. ЮАР. Обильные снегопады обрушились на страну. Землетрясение за 17.08.2017 года. В течение дня на планете было зафиксировано 269 землетрясений. Из них 29 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 5,2. Короткая притча о единстве и жизни. Бежал по лесу ручеек, сам собою любовался, ловкий, проворный, быстрый, чистый и прозрачный. Ни с каким другим ручейком не хотел сливаться, считал себя сильным и сам хотел бежать по лесу.
Друг выбежал в поле, а там ослабел. Силенок не хватило, растекся и пропал. Кое-как по каким-то подземным ходам весь грязный добрался он до реки и начал ей жаловаться. «Если бы не это противное поле, то я бы и сам давно стал рекой». Услышав это, река всплеснула волнами. «Эх ты, глупый ручеек! Поле совсем не виновато в том, что ты растекся, ушел в землю и стал таким грязным. У того, кто отталкивает других, стать рекой сил не хватит». 18 августа. Украина. В Днепропетровской области пожар охватил 50 гектаров леса. Крым. На трассу в городе Судак сошел солевой поток. Повреждены десятки автомобилей. Россия. Крупный град выпал в Кадуйском районе Волгоградской области. В городе Пикалево в Ленинградской области возник смерч. В Усть-Донецком районе Ростовской области пожар охватил 10 гектаров леса. Саудовская Аравия. В городе Медина проливные дожди вызвали наводнение. В течение дня на планете было зафиксировано 368 землетрясений. Из них 69 магнитудой свыше 4,0. Максимальная магнитуда составила 6,6. Ученые из Эдинбургского университета с помощью радаров обнаружили 91 вулкан на поверхности Антарктиды высотой от 100 метров до 3,85 километров. Вулканы покрыты 2-километровым слоем льда. Насколько активны сами вулканы, ученым пока неизвестно. Антти Липонен, исследователь физик из Финского метеорологического института, создал видео, на котором показал повышение температуры в разрезе стран мира за период с 1901 по 2016 года. На видео каждый столбик показывает среднюю годовую температуру в стране. Чем длиннее линия и темнее ее цвет, тем выше температура. Страны сгруппированы по континентам. Повышение температуры затронуло все страны. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 583 землетрясения в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине, не превышающих 20 километров. В том числе 160 землетрясений в 50 километров от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 3. Всего за неделю более 72 тысяч человек стали климатическими беженцами. Надо ценить человеческую жизнь, потому что на его месте можешь оказаться ты. А может быть, этот человек когда-нибудь спасет твою жизнь. Ведь не исключено, что с тобой может случиться беда. И именно этот человек окажется рядом, чтобы протянуть тебе руку помощи и спасти тебя. Ведь жизнь непредсказуема, и в ней всякое может произойти. Даже самое невероятное, то, что и представить себе не можешь. В результате Спитакского землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года была разрушена практически вся северная часть страны. По официальным данным погибло 25 тысяч человек, а по неофициальным 150 тысяч. В оказании помощи пострадавшим и восстановлении разрушенных районов приняли участие более 110 стран. Кто предоставлял оборудование, продукты и медикаменты, а кто специалистов. Среди прочих попал в Армению и доктор Миллер из Германии. Когда немецких врачей везли на машине, произошло ДТП, в котором доктор Миллер спас водителя от неминуемой гибели, оттолкнув в стороны и прикрыв голову водителя рукой. Спасенный Андраник Хачатрян оказался также врачом. После окончания спасательных работ в разрушенных городах семья доктора Хачатряна пригласила в гости и семью доктора Миллера. Во время встречи этих незнакомых, на первый взгляд, людей произошла странная ситуация. Отцы докторов, увидев друг друга, обнялись и долго молчали. Как выяснилось позже, Ваган Хачатрян после освобождения Сталинграда спас от самосуда немецкого пленного, которым оказался отец доктора Миллера. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей. Исконы Шамбалы», часть первая.
Не секрет, что судьба ведет человека по известному только ей сложному пути тончайших взаимосвязей, природных явлений, хитроумных переплетений, тропинок, отдельных случайностей и совпадений. В конце концов, это приводит к конкретному событию, решающему перекрестку жизненной дороги. И здесь человек смеет надеяться, что ему предоставлен шанс выбора. Но все та же неумолимая сила судьбы с помощью логического сплетения обстоятельств незаметно помогает человеку делать свой выбор. Ведь ряд событий по ее замыслу неизбежно должен сблизить совершенно чужих людей, которые, живя в своем маленьком мирке в данный момент, даже не подозревают об этом. Но это сближение заставит их действовать совместно в общих поисках одной и той же цели, порождая при этом массу решающих событий в жизни других людей. Объединение людей – залог выживания человечества. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите в разделе на канале АЛЛАТРА НАУКА «Дыхание жизни. Научные разработки. Новые технологии». Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль. Единство в духе» порождает единство в мире». Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatra-science.org и в докладе ученых АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.